Среди школьников, конечно, наверное, стала 39-я школа, на втором месте 54-я и на третьем 57-я. На первом 39-я. Будет общее награждение тренера, так понял, победителям начали меня и призерам. Так, и высших учебных заведений. Где же остальные высшие учебные заведения? Часами бежала, что? Это девочка снимает и все на видео. Тимошенко Кристина, представляющий МУК, лидирует в этом забеге. А что мы? На втором месте Могилянка. И на третьем месте представители МУК имени Сухомлинского. Итак, Воробелы впереди, вторые Магнанта, третьими... Нормально, смотри, как ебашь, как я. Мне хуже. Студенты, ну... Ему чуть-чуть опыта не хватает, да? Да, он догоняет. Это последний, походу, да? Типа понял, долг брал, на тренировку заплатить денег за мной. Прихожу на тренировку, постоянно, когда типа нет. Я один раз пришел, когда он был, но у меня денег не было. Прихожу, он говорит, ну ты мне никогда даже, говорит, ты проебал, говорит, свои деньги, ты заебал, ты не приходишь, постоянно бегать за тобой. На первом месте. Все, типа стал за 50 гривен. Вот это много им. На втором месте Могилянка и на третьем имени Сухомлинского студенты. И четвертая Аграрка. Я так ходил, ходил. Какие все качки тут походят, такие нахваченные, все охуенные. Как нравится. Мне кажется, всех вас банчут. Чук, блядь. И футболистов тоже, если все будут. Все еще футболисты. Да нет, что, я за кого-нибудь болеть, правда. Это специально для них что-то выставили? Типа не занимали, но ты сидишь. Что выставили? День донаты себе какие-то. А, да, да. Уже себя выставили. Ну, Могилянка Сухомлинского. О, ну это, походу, мало из тех, что даже. Где? Когда один бежит, кажется, быстрее, да? О, так это же не близко. Я тоже не знаю. Никого по именам не знаю, потому что я на улице помню, а так же. Ты меня любишь, просто? Нет. Вот тут типа еще ебаш, да не понял, я остановился сразу. Типа ебаш. Ну, Могилянка Сухомлинского. Я понял, уже подбегаю, а ты отбегай, пошел дальше. Пошли кого такого? Я сейчас буду слышать. Итак, Сухомлинского подтягивается. И Сухомлинского подтягивается. И борьба за второе место. А, ты выбег, да? Да, молодец. Опаска нажал. Ты не можешь доехать вырвать. Ай, давай, Виталя, ты. Хорош, вытяну, Виталька, вытяну, Виталька. Могилянка и Сухомлинского студенты.
борется за второе место, а впереди студент ЗУК. И это этап 600 метров. Вот здесь и решится, кто станет победителем и призером. Итак, ЗУК, Сухомлинского и Могилянка. Итак, лидеру 200 метров. Уверенно лидирует. Финиширует команда ЗУК. Итак, корабелы победили за второе место. Сухомлинского и третьими финишируют представители ЧДУ.